В парке имени Пушкина можно встретить не только родителей с детьми, но и людей, которые выгуливают своих собак. Мамы бьют тревогу, ведь четвероногие друзья человека – это не только мокрый нос и пушистый хвост. Они еще и неприятные сюрпризы после себя оставляют, а это очень опасно для детей. Они могут вот в песочнице скопаться и найти какую-нибудь каку. Нужно в парке где-то оборудовать зоны, какие-то правила разработать, возможно, для собак. Чтобы за ними убирать, например. Мечта родителей воплотилась. Активисты установили в парке диспенсеры для док-пакетов. Вот так они выглядят. В металлических контейнерах находятся пакеты. В пакетах – совки. С помощью этих нехитрых приспособлений хозяева могут убирать за своими питомцами. По словам владельцев собак, диспенсеры спросом пользоваться будут. Они и сами выступают за чистоту и порядок. Люди не очень хотят видеть на улице, в парках экскременты собак. И поэтому я думаю, что хорошо, что поставили эти ящики с пакетиками. Всего в парке установили 3 таких ящика. Остается надеяться на сознательность владельцев собак, и тогда здесь действительно станет чище.